В центральном районе Санкт-Петербурга благодаря сотрудничеству светских властей и церкви прошел фестиваль «Вифлеемская звезда», итоги которого были подведены совсем недавно. О том, в чем состоит его идея, выяснял наш корреспондент Игорь Хмара. Мероприятие было организовано культурно-просветительским центром Казанского собора с целью обратить внимание детей и взрослых на традиционную культуру, связанную с православными праздниками. Главная цель – это поддержать творчество детей, дать им возможность выразить свою радость, свое участие в этих великих праздниках – Рождество Христово, Крещение Господне. Многие детские коллективы откликнулись на такую возможность и приняли решение поучаствовать в фестивале. Он проходил на нескольких площадках вплоть до недавнего времени и окончился гала-концертом лучших коллективов. Чудесное действо прошло в концертном зале Дворца учащейся молодежи. Атмосфера всего происходящего была настолько потрясающей, что все пришли в восторг, но прежде всего сами дети. Сегодня здесь был праздник детства. Очень хорошая новая традиция в центральном районе Санкт-Петербурга. И хотелось бы, чтобы она продолжалась. Очень все было хорошо. Даже мне очень понравилось. Был суперски весело. Все было отлично. Никаких претензий нет. Самая главная цель фестиваля была достигнута. Были озвучены традиционные праздничные песнопения, колядки, песни, которые открыли для многих, в том числе и светских людей, прекрасный, однако порой сокровенный мир православия.